Женщинам в опасности иногда сложно попросить о помощи. И нам не всегда легко защитить их. По новому закону свидетели насилия могут просто сообщить об этом в МВД. На основании этого выдается охранный ордер на 3 дня, который пострадавшая может продлить на 30 дней, чтобы принять решение о безопасности. Не нужно быть героем, чтобы помочь.